Добрый день, дорогие друзья! Как же я соскучилась по барахолке, сделанной в СССР! Помните адрес? Большая Семеновская, дом 10, строение 13. Друзья, я на площадке, сделанной в СССР. Посмотрите, сколько здесь витрин, стекло. Здесь витрины и как в музей можно ходить. Здесь коллекция. Видите, написано, не продается в этой витрине, здесь коллекция. Вот что только здесь нету. А, вот я видела вот эту вот розеточку мальцовское, что ли, стекло. Да. Да. Коллекция. Можно прийти сюда, как в музей. Вот тоже что есть. Вот такой вот изумительный немецкий сервиз. Полностью. Уже смотрите, какая бонбоньерка. Вот эта вазочка у меня есть. Ой, какая рыбка. Потому что утром я еду в самый час. 1350. Ну что, очень красиво. Как называется? Не знаю, формула чистая. Ну, формула чистая, да. А если не понятно. Знаю, какие-то розы. Ну, розы. А вот тут вот колымали. Надо скидку. Еще. Ну, так же есть. Поэтому, а так бы она стоила 2000. Они уже учитывают. Конечно, стоимость-то учитывается. Притом это не скола, а заводская. Ну, я не знаю, как оно там, но это же прямо на самом видном месте. А где? А вот он, скола Мария. Ну, думайте. Думаю, да. Как вас зовут? Я Надежда, здравствуйте. Я смотрела ваше видео, вот приехала на аукцион. А вы приехали за определенной, кстати, чайной парой, да? Да, за чайной парой. И вы ее купили? Ну, собираюсь, вон лежит отложено. И вам сделали скидки? Да. Ой, какая прелесть. А это, по-моему, авторская вещь. Наверное, да. Ну, я вас очень поздравляю. Я нашла себе кошечку, очень довольна. Всего вам самого-самого хорошего. Да, сегодня у нас день распродажи, последний день. И я в отделе, где все по 600, а сегодня по 400. И что у нас сегодня по 400? Ой, какие красивые тарелки десертные. Боже мой, с такими нежными цветами это калла. А посмотрите, какой рельефный ободочек у них. Боже мой, вот это очень красиво. Очень. Сирень, красота. Так, а чье оно? Дулёва. Ну, у сирени много было, да колей, в том числе и это. Ой, а сухарница какая красивая, с прорезным фарфором. И с нежным-снежным рисунком. А здесь у нас тарелочки. Кстати, вот этих тарелок кала несколько. Вот можно вполне делать. Очень красивые. А блюдечко такое. Кала. Посмотрите, какой чайничек. Вообще крошечный.
Ой, вот у меня есть маленький, но такого у меня не было. Посмотрите, он меньше руки, он прям, ну, крошечный совсем. Интересно, чей же он? Так, Япония. Очень красивый. А вот еще тарелочки десертные. И тоже очень красивые, с такими цветами. Очень красивые. А краешек такой интересный, с золотом. А вы... Сережа, я вам мешаю? Нет, спасибо. А вот, кстати, остались еще какие-то шкатулочки. А вот тоже красивые парни, фупары, чайные пары, Дулёва. Смотрите, какие. Нет, это другая. А вот эти вот. Здесь всего полно. Ну что надо? Надо просто что-нибудь такое. Для радости. Для радости. У нас... Тут у нас что-то другое. Даже не пойму, что. Да. Да нет, конечно. Конечно, что не надо. Рига. Нежные-нежные чайные пары. Вот еще Рига. Акала. Нежнейший такой. Чайная пара. Просто нежнейшая. Дулёва на оранжевом кротье. Замечательные цветы. И вот еще калва. Вот эта кава с рисунком, а та была без рисунка. А посмотрите, какой чайник. Гжель, друзья. Гжель, такой приятный чайник. Сахарница. Это, по-моему, вербилки. Да, старые вербилки, очень красивые, без ручки. Сухарница ЛФЗ. Yeah.
Вот я уже в отделе, где все по 400, а сегодня по 300. Друзья. Блюдечки тоже, по-моему, дают. Да, точно. Ой, смотрите, блюдечко. От Барбарисы, от зеленого. Прелесть. Друзья, вот я, смотрите, нашла какую чайную пару. Это без анаклима. Чашечка на блюдечке тоже нет клима. Ну вы посмотрите, форма. Форма северская. Здесь такая ручка с хвостиком. И посмотрите, как у Барбарисы здесь такой вот рисунок проходит внизу. Значит, это вербилки, точно. Ну вот как можно определить уже, да, по внешнему виду. Видите, рельефный рисунок, прям листья, как у Барбарисы. Смотрите, тоже вербилки. И старый тоже климовус мы видим. Но и в принципе роспись-то, не роспись, а деколь такая же, как вот у меня, да, с розами. Но уже совсем другая форма. У меня все-таки внизу проходит рельеф с Барбарисом. Здесь этого нет. Рига с нежнейшими розочками. О, боже мой. Посмотрите, какая чайная пара. Боже мой, чашка. Ой, какая красивая. И это вербилки. Вот хвостик прям. Ее такой родной форма. Рижский кофейный набор. 4 кофейные пары и тарелочки. Трогать пока не буду. Сегодня по 300 рублей эти кофейные пары. Тройки. Да. По 300 рублей. Вот этот чайник с розами. Вербилки. У меня такая чайная пара. Дулёва чайная пара. Ну что ж, друзья, я в отделе, где все по 100, и вот этих стеклянных тарелок я уже не вижу больших, которые вам говорила, подстановочные. Ну, о чем это говорит? Все разбирают, надо брать. Увидел, бери. Что здесь есть? В 93-м году, они не такие старые. А, в 90-м году? Да, это новое. А, вот написано 2012. А, здесь это уже лет коронации. Ее... Они, наверное, этому посвятили. Да, понятно. Квин Элизабет 2. Да, шикарно. Файн Бомчин. Но это выше пилотаж. Английская. Покажите нам ее, я сниму. Сегодня скидка 4500, друзья. Ой, какая красивая.
Просто я не знаю этого производителя. А это шикарная тарелка. Они самые лучших еще. Все по 1000, значит по 800. Вот такой набор Дулёва с рябиной. Дулёвский чайник. Такую кашпо, сова. ₽800. Это вот все. Тоже Дулёва. И посмотрите, вербилки старые-старые, сахарницы. Посмотрите, какая клеймо какое, да? А вот я вижу чайник большой очень, тоже красивый. Троечка. Это Рига у нас. Мария, очень приятно. Меня зовут... Посмотрите, какая прелесть. Сегодня 600 рублей все эти троечки. Друзья, предлагаю полюбоваться зимним парком Заряди. У нас в этом году выпало очень много снега. А как у вас? Спасибо, друзья, за поддержку. До скорой встречи, дорогие!